Об итогах работы судебных приставов Мордовии доложил руководитель управления Александр Пиунков. Приоритетной задачей было взыскание задолженности по алиментам, оплате штрафов и услуг ЖКХ, выплате зарплаты сотрудникам. За 2023 год в пользу государственной казны с неплательщиков взыскали долги на общую сумму более чем в 523 миллиона рублей. Эффективное взыскание составило более 47%, что выше целевого значения, установленного Минюстом России, на 19%. В отчетном периоде на особом контроле находилось взыскание задолженности по фискальным платежам. В 2023 году взыскано 361 миллион 128 тысяч рублей. Ниже прошлогоднего взыскано налоговых платежей. В 2023 году это 200 миллионов. Большая работа в 2023 году велась в обеспечении прав детей на получение алиментов от родителей. В год семьи это направление также останется ключевым. За прошлый год неплательщиков стало меньше, как и общая сумма задолженности. Одновременно с этим удалось сохранить тенденцию увеличения взысканной суммы алиментов. В отчетном периоде взыскано почти 429 миллионов рублей, что превысило показатель прошлого года примерно на 16%. На коллегии озвучили и итоги работы с коллекторами. Таких фирм в Мордовии зарегистрировано две. Также работают 9 микрокредитных организаций. Жалобы на них поступали 136 раз. Коллекторам за свою настойчивость пришлось заплатить штраф более чем в миллион рублей. Ирина Радайкина, Станислав Семин. Народные новости.